И всем привет, с вами я, Александр Сучков, и это наш стрим по игре Age of Empires 3. И в общем, мы сегодня поиграем в эту игру. Мы будем играть по сетевой игре, ну точнее, как по сетевой игре, нет. Мы будем играть в одиночную игру, но сначала, да, мы будем играть в одиночную игру. Так. И сразу мы будем играть. Потому что ждать как бы я не хочу. Играем мы сегодня против ботов. То есть моя команда и у меня аккаунт не на сервере, в общем. А настраивать это заново что-то я не хочу. В общем, сегодня мы поиграем против 8 игроков. Да. У которых... Стоп. Гандика поберем. Так, потому что он мне сегодня не нужен, как бы. Так, выбираем игроков. Кто у нас будет кем? Так. Так, выбираем всех. В общем, сегодня на стриме мы поиграем в эту удивительно стратегическую игру, которая стратегия 2005 года, в общем. Хотелось бы поиграть в нее сегодня. Так. Так, мы выбрали команду ботов, ну, в общем... Понятно, в общем, кого мы выбрали. Так, я хочу поиграть один. То есть, чтобы мне никто не помогал. То есть, команда выбираем только два. После выбора нам нужно сложность поставить эксперт, а эпоху постимпериализм. Подождите. Постимпериализм. Ну, понятно. Постимпериализм. Ну, похрену. Короче. Ладно. Все карты выбираем. Ладно, другую карту. Берем стандартные карты. Так. Взяли мы стандартные карты. Запись игры. Ну, у меня и так сейчас стрим идет как бы. Так, все против всех. Я не знаю, какой это смысл, но... Не знаю, нет. Я это ставить не буду в игру. Так. На прошлой игре я играл со своим другом. Это был стрим интересный такой, который, ну... Это было, точнее, не стрим, это было просто видео, показать, что я все-таки нашел эту игру, как и обещал, установил ее, опять же, и начал играть. В общем, давайте начнем нашу игру. Так, и самое прикольное то, что я опять забыл настроить экран, чтобы видно было монеты. То есть, монет опять не будет, как бы, видно. Ладно, как бы, это сейчас... Не самое главное. Самое главное то, что мы сейчас будем играть. Играть мы будем по частям, потому Разумеется, я всегда сражаюсь в полную силу. Но с возросшей сложностью так. Я тоже стал сильнее. Берегитесь. Так, и сейчас мы поиграем в эту игру. Сначала, то есть у нас монет нету, мы просто будем с самого начала играть. Так, у нас что? Есть наши парни... Поселенцы, точнее, так, пусть они пока что собирают. У нас есть где наш нубас тут. Так, вот наш нубас. И что мы будем им делать? Этим нубасом мы должны что-то построить. Ну, как мы построим, мы сейчас посмотрим. Так. Здравствуйте. Так, нам нужны поселенцы. Что? Это во-первых. Здравствуйте. Так. Выбираем всех поселенцев. Сегодня, так как я без друзей, поэтому интереснее будет, так как мы в эксперте, поэтому тоже интересно. Сейчас, в общем, все посмотрим. Так. Так. Ладно. Так. Берем наших... Готов. Поселенцев, берем нашу армию. Готов. Так, дальше приказ. Нам нужно построить рынок. Рынок строится. Ладно. Давайте строитель. Да? Так. Я не понимаю, кто здесь вообще где ходит. Так. Какие-то козлы, что ли, бегают? Я не понял, кто это. Так, что это? Медведь. В общем, строим наш рынок. Построили мы рынок. Теперь обмениваем все это. Немножко обмениваем. Нам надо всего 3 косаря. Всего этого берем 3 косаря еще деревьев. То есть деревья нам как бы пригодятся сейчас. Так.
Если вы донатили эту игру, то вы уже поняли, что надо ее донатить. Все-таки как-то, чтобы выиграть эту игру. Ну ладно. Готов. Сейчас не об этом. Строим мельницу. Это первое то, что мы должны сделать. Так, хлев. Ставим хлев. Верфь нам пока что не нужна. Все-таки зима у нас тут. Строитель. В игре. Фактория нам тоже не нужна. Хотя нет, нужна. Строитель. Нужна, нужна. Так, берем еще вот эту вот. Строитель. Церковь берем. Конюшню берем. Вот эту строитель. Вот штуку берем. И вот эту вот. Строитель. Так, обстраиваем так, чтобы было вот так красиво немного. Так. Строитель. Так. И Капитолий. Нет, на Капитолий у нас не хватит немного времени. Ну ладно. Сейчас мы разберемся совсем. Так. Косарик будет. Так, где у нас Капитолий наш? Что? Строитель. Ох, ни хрена там началось уже. В общем, сегодня мы будем, в общем, пытаться как-то сыграть в это все. Так. Так, бля. Ну ладно, ребят. Сука. Ладно, бля. Ладно, ребят, короче. Мы сегодня решили поиграть нашу игру. Бля. Ладно, короче, поиграем. Так как я сложу эти части все, как бы будет это интереснее, в общем. Пока что мы давайте остановимся, так как пока что ничего не будет. Мы до Доминатора хотя бы дойдем сегодня, нет? Ну, в общем, все будет. Итак, всем удачи, и мы сейчас продолжим.